Кузя пришел домой поесть. Наверное, на улице замерз. Никогда так рано не приходил. Да? Сегодня у нас минус 20, местами минус 23. Сварила ему сардельки. Сейчас остывают. Где ты мурлыкаешь? Весь избивается. Скажи, я бы холодный не съел, да? Давай попробуем. Ну куда ты потащил? Никогда с тарелки не ест, все время утаскивает. А если рыбу ест, начинает по всему полу тягать. Про тебя говорю. Не торопись, никто не уберет. Ну, сосисок он где-то за раз штук 6 съедает. Тут вообще его 2 дня не было, не знаю, где был. Правильно, крошки тоже убирай. Кузя, Кузя, насладиться надо. Тут кто-то писал, что нужно еще 4 завести. Нет, такого счастья мне точно не надо. У меня Кузя ест, как 4 собаки. 5. Свою еду поест, еще есть начинаешь готовить. Тоже всегда рядом со мной сидит. Давай еще. Держи. Можешь еще есть? Thank you.
даже когда его долго нет, приходит домой, кладешь там пюре или макароны, даже не хочет есть. Такое ощущение, как будто где-то его кормили. Вот мясо ему давай, сосиски, мясо. Будет есть с удовольствием. Суп тоже есть не хочет. Чтобы оно у тебя не уползало. Что так невкусно? Уже, наверное, не хотя Кузя. Ты ж один дома, никто не съест. Пробовали, брали еще кошечку домой. Они вместе не ужились. Ее бабушке. Спрашивают, сколько Кузе лет. Кузе где-то, мы здесь живем 4 года, он с нами уже. Никакой он не породистый. Жил рядом с бабушкой сосед, он уехал, дочь его забрала, у него кошка катилась. И вот бабушка подкармливала кошку и котят. Нам Кузя больше всех понравился, мы его взяли к себе. Расцветки красивые, маленький вообще был красивый, сейчас как-то перелинял не так. Ну что ты не доел? Ну что, пойдем теперь спать будешь, да? Да, Кузя? Ты вечером, наверное, опять запросишься уйти. Ну, покажешь, как ты любишь валяться. Ложись, мама.
опять начинаешь царапаться. Юлиан его любит дрессировать. Сидеть научил. Не знаю, тут как-то пробовал лапу давать. Не знаю, научил его или нет. Мне не хочет поддаваться. Весит он не 6-7 килограмм, как писали, взвешивали, где-то 4-200. Сейчас, наверное, похудел, потому что и щек нет. Тут как-то его вообще 3 дня не было. Вот такие щечки были хорошие. Сейчас пропали. Сейчас весна начнется, наверное, вообще его не увидим. Да? Как хорошо.